Сейчас мы будем выбирать мясо, свинину для шашлыка и чувагача. Сейчас с мясом снимается вырезка. Mm.
удаляются ненужные кости лишние. Это все отходы. Сейчас сперва мы нарежем мясо, которое идет на чилагач. Такие готовые куски, которые идут на чилагач. Мясо на чилагач готово, теперь мясо для шашлыка. Такие куски. Мясо готово для шашлыка готовиться. Все, мясо наше готово. Теперь остается его только замариновать. Так. Сперва выкладываем мясо для чилагача. Так вот мы выложили и мясо для чилагача, и мясо для шашлыка, и вот так посыпаем его солью. Сверху красным перцем. И добавляем чуть-чуть зиры и сухой кинзы.
перемешку. Теперь через терку, мелкую терку, натираем сверху чеснок. Стараемся, чтобы равномерно лег на все куски мяса. Старайтесь, чтобы чеснок был полностью равномерно на каждый кусок мяса. Тогда мариновка получится лучше. Теперь сверху выкладываем остальное мясо. Также посыпаем солью. Красный перец. Сухая кинза. И чесночку. Теперь в другую посуду, такой противень, берем накрошенный лук и вот так выкладываем его равномерно по всей поверхности.
Добавим чуть-чуть лавровых листьев. И сверху выкладываем наше мясо. Вот так вот равномерно мы его раскладываем. И опять следующий слой лука. Лук надо чуть-чуть выжать, чтобы он дал сок. Лавровых листьев. И следующий слой мяса. Вырезку старайтесь поставить посередине между остальными кусками мяса, потому что она так будет более мягкая и сочная. Вот видите, она посередине у нас стоит. Последний кусок мяса мы выложили. Все это сверху тоже покрываем слоем лука. Вот мы закончили выкладывать мясо, и теперь его надо поставить в прохладном месте на 3 часа, чтобы оно хорошо замариновалось. Затем вы можете его убрать в холодильник для того, чтобы приготовить попозже или начать готовить сразу. Через 3 часа мы продолжим снимать, как готовится наш шашлык и чилагач. Вот наше мясо готово, и мы начинаем разжигать уголь. Можно делать на дровах, можно на угле, кому как удобней. Обычно мы шашлык делаем на дровах, но сегодня большой заказ, поэтому шашлык будем делать на угле. Вот так мы его оставляем минут на 20, чтобы он хорошенько разжегся. А пока пойдем
нанизывать шашлык и чилагача на шампур. Вот наше мясо замариновалось, и сейчас мы начнем с чилагача. Вот так вот мы укладываем его на сеточку. Вот он готов. Теперь будем нанизывать шашлык, куски мяса на шампуры. Нарежем наше мясо для шашлыка. Вот такими вот большими кусками. И теперь это мясо нанизываем на шампур. Мясо надо нанизывать ровно посередине, чтобы равномерно с обоих сторон, чтобы не свисало и не падало, чтобы равномерно прожаривалось. Палочка готова. Вот таким вот образом весь шашлык надо нанизать на шампуры. Чилагач, если вы хотите, можно сделать не только в сетке, но и на шампурах. Вот таким вот образом полностью весь кусок аккуратно, равномерно надо будет нанизывать на шампур ровно посередине. Все стороны. И вот таким образом, так же как шашлык, его можно будет готовить. В принципе, разницы нет, что в сетке, что на шампуре, получается одно и то же. Вот наш уголь готов. Мы его размельчаем и вот так вот равномерно раскладываем на то место, где будем делать шашлык. От того, какой мангал, тоже зависит, сколько угля надо ставить. Чем выше расстояние от угля до шашлыка, тем больше угля нужно. Поэтому смотрите, зависит от того, какой у вас мангал, вы ставите необходимое количество угля. Уголь не должен гореть, поэтому его тушите, чтобы мясо не сгорело. Уголь должен просто тлеть. Он должен быть вот таким вот белым. Вот мы ставим сюда наш шашлык. Мы одновременно будем делать и молотый, и кусковой, но вам будет основной упор на видео делаться на свинину, а говядину, баранину и молотый мы будем показывать вам отдельно в следующий раз, чтобы вы не путались. Поэтому сегодня, не обращая внимания на другой шашлык, мы сегодня персонально занимаемся только свининой. Если вам слышно, то вот уже начинает выходить сок. И слышно, как уголь начинает издавать определенные звуки. Огонь не должен быть очень сильным, чтобы шашлык не подгорел. Видите, из мяса уже выходит сок.
уже идет приятный запах от шашлыка. Конечно, он еще не готов. Это только начало. Вообще от того, как устроен мангал, тоже очень многое зависит. Если вы заметили, здесь дым уходит только вверх. Хорошая вытяжка. Здесь есть специальные прорези для того, чтобы можно было переворачивать палочку шашлыка боком, чтобы пропекся бок шашлыка. И расстояние очень большое, чтобы можно было жарить сразу большие палочки шашлыка. Вот посмотрите, он уже подрумянился, мы переворачиваем. И будем ждать, чтобы вторая сторона тоже также подрумянилась. Пожалуйста, более ближе. Обратили внимание, как только мы перевернули палочку, звук сразу перестал. Потому что эта сторона еще не дошла до кондиции, только начинает. Вот уже и задняя сторона тоже дошла до кондиции. Подрумянилась. И мы можем уже вот так вот переворачивать. Видите, специальные зазоры мы ставим сюда и жарим боковые стороны. Зазоры сделаны специально для того, чтобы шампур не переворачивался, стоял так, как нам нужно. Тем, кто планирует сделать себе мангал дома, советую это использовать. Прошло определенное время, и надо переворачивать на следующий бок. Надо очень смотреть строго за этим и чаще переворачивать, чтобы шашлык не подгорел. Если огонь чуть-чуть слабый, можно вот так вот веером или картонкой чем-нибудь помахать, чтобы уголь чуть-чуть раскочегарился. Видите, он сразу стал красным и дает большую температуру. Конечно, приятно прийти в ресторан, покушать шашлык, но поверьте мне, намного приятней, если вы с друзьями где-нибудь под пиво или холодную водочку жарите шашлыки на природе сами. Так, опять переворачиваем шашлык, чтобы хорошо прожарились другие стороны тоже. Переворачиваем на другую сторону. Видите, он уже подрумянился, но нигде не стал черным. Надо следить, чтобы шашлык обязательно не подгорал. Если, конечно, вы не хотите есть угли. Вы слышите, какие приятные звуки уже издает наш шашлык? Ставим опять шашлык на бок.
Вот таким образом мы переворачиваем наш шашлык постоянно, когда он становится розовым, для того, чтобы проверить, готов он или нет, надо вот так вот ножом сделать небольшие надрезы на кусках. И вот смотрите, видите, внутри еще чуть-чуть красноватое, значит мясо еще не готово. Шашлык должен быть полностью внутри, прям для палочки, уже белым. Свинина будет готова только тогда, когда она вся будет белая. И таким образом, вот смотрите, самые большие куски, если они еще не готовы, то остальной шашлык тоже оставляем. Вот наш шашлык уже готов. Сейчас мы его поставим на тарелку, украсим и можно ставить на стол. И вот наш шашлык готов. Вот так он выглядит. Надеюсь, он у вас получится таким же. Давайте попробуем его.